нас сейчас одна палатка. Настройка подходов не я, что я поднимал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда держи. Адресат письма не получал. Такое положение есть в поправках к налоговому кодексу, который вступает в силу с 30 июля. Для чего это сделано? Долбоёб! Опа! Молодец.
Он выезжал, он туда, что ли? Да, что-то не заметил. Включи его, Рик. Ну, хуя, там пол автобуса, наверное, людей, ебаный. Автобус это похуй, его мать. Пойдем посмотрим. Я, Димон, как ты так увидел? Тихо, тормози! Пидорас ебаный, блядь, козел, хуев. Чтоб ты тварь, провалился, ну, тварёныш, блядь. Ну мы что, проедем там? Проедем, да. Тварёныш, ну, я как знал. А? Ну этот что не проезжает? Стоять, сейчас менты приедут, загородили всю дорогу. Тварь, вон он пидорос. В кого врезался, в зеленую машину. Ты посмотри, на какой скорости. А посмотри, морда вся разбита. Пидорас, блядь, чтоб ты сдох, нахуй. Блин, течет что-то зеленое из нее. Так ему и надо, блядь, сволочь, недоумок. Ну вот эти люди пострадали. Боже, я никогда не видела на глазах. Да сколько ж можно-то? Ты чё, блядь, смотри, блядь.